Почти два месяца Донецкая железная дорога работает в условиях тотального дефицита топлива, вызванного блокадой со стороны Украины. Поставки топлива были прекращены 27 июня, и с тех пор железнодорожники работают на остатках запасов горюче-смазочных материалов. С 14 августа в связи с острым дефицитом топлива в Донецкой Народной Республике было вынуждено приостановлено курсирование нескольких пригородных поездов. Со стороны Донецкой железной дороги неоднократно поступали обращения к руководству Укрзалезницы с просьбой разблокировать поставку топлива. Однако найти точки соприкосновения с украинской стороной по этому вопросу не удалось, несмотря на острую потребность киевской стороны в стабильных поставках углей для ТЭС. Комментируя ситуацию, министр транспорта Донецкой Народной Республики Семен Кузьменко отметил, что громкие заявления первых лиц Укрзалезницы о том, что предприятие способствует налаживанию процесса движения грузов между территориями ДНР и Украины, не имеют под собой никаких оснований. Со стороны Украины идет целенаправленный саботаж работы Донецкой железной дороги. Так, перегоны, по которым курсируют поезда между территориями ДНР и Украины, находятся под постоянным прицельным огнем украинских военных. Кроме того, уже год действует полная блокада поставок запчастей, комплектующих для ремонта железнодорожных объектов и транспорта. А два месяца назад Киевом были заблокированы и поставки топлива для донецких железнодорожников, отметил Семен Кузьменко. Таким образом, руководство Укрзалезницы не просто не способствует налаживанию работы, оно всячески ее срывает. Причем, пытаясь потопить республику, Киев вредит сам себе. Ведь без поставок угля из Донецкой Народной Республики Украина рискует войти в отопительный период с острой нехваткой угля для энергетики.